Всем добрый день. Сегодня 28 октября 2023 года. Сегодня у нас солнечный день, хоть и морозно, минус. Вот, выпустили овец на пастьбу. Сегодня до этого не паслись, потому что был снег, дождь, ветер, пасмурно. Сейчас уже будем загонять. Дома приготовлено сено. Нарезали им тыковки. Насыпали зерна. Что, девочки, домой идем? Вот шоу идет. 9 ноября будет месяц. Два месяца, извиняюсь. Готовили сарай на зиму, на зимовку, ставили им кормушки, все подчистили, чтобы как только совсем испортится погода, перевезти их в теплый сарай. Раньше мы там держали коров, теперь коров у нас нету, будут девчонки теперь там зимовать. Там переделал клетки, яркие отдельно, переяркие, и оставшиеся овечки отдельно, клеточка для будущих ягнят, и будем отдельно подкармливать. Все, всем доброго, ясного неба всем над головой.